Все 19 лесничеств Комитета лесного хозяйства Московской области с 1 февраля начали еженедельные проверки готовности к пожароопасному сезону 2022. Они проходят сначала внутри ведомства, а затем на федеральном уровне. «Нужно быть во всеоружии», – подчеркнул зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Начало пожароопасного сезона в этом году прогнозируется в конце марта – начале апреля.